Доска 8 на 8 клеток, 32 фигуры и двое игроков. Все необходимое для прокачки логического мышления. В центральной библиотеке уже полгода проходят занятия шахматного клуба «Ход конем». Каждую среду в 18 часов он открывает свои двери для всех желающих. Это очень интересно, приносит пользу, развивает мышление, внимание, восприятие, воображение, память. И в гостях у клуба часто бывают такие профессионалы, как Болховитин Александр Викторович, это мастер спорта по шахматам, Жеребцов Дмитрий Александрович, это кандидат в мастера спорта по шашкам. Он приходил, давал мастер-классы и обучал детей игре в шашки. Сюда приходят как опытные шахматисты, так и начинающие. Иногда они садятся за доску вместе, и один начинает учить другого. Так вышло у Влада Кофтуна и Марины Андриановой. Причем в роли наставника выступил именно юный шахматист. Мне нравится, что это игра на логику, что ты должен просчитывать на несколько ходов вперед свои действия. Для меня, конечно, это сложновато. Ну, я первый раз играла, вот сегодня мне Влад и Лев помогали, да. Ну, я горжусь тем, что, в общем-то, оставила тоже на площадке врага мало фигур. Это, так скажем, мне немножко импонирует. Помогает в обучении и Лев Воротынцев. Шахматы он полюбил с самого детства. На занятиях клуба он готовит себе достойных соперников. Приятно видеть то, что вот когда люди уже научились, и твоими, то есть действиями, которые ты их обучил, они ими воспользуются, и это очень приятно наблюдать за этим. Помимо шахмат и шашек, здесь можно сыграть в различные настольные игры или решить задачу на логику. Клуб «Ход конем» гарантировал каждому гостю интересное времяпровождение. Здесь немноголюдно, но по-своему весело. А пока члены клуба ждут новых соперников. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.